Всем привет, это опять я. А это Михаил. Михаил мой гость из города Владивосток. Он только что прилетел. Вот мы стоим на парковке нашего аэропорта в Южно-Сахалинске. Дело в том, что я задумал такой новый формат. Вы мне постоянно говорите: Борис, почему так редко видео выходит, почему видео нет? Видео нет, потому что я работаю. А работаю я рыболовным гидом, я вожу людей на рыбалку. Вот Михаил приехал на 2 дня порыбачить, и я ему предложил в обмен на скидку поснимать процесс на камеру. То есть он будет такой, скажем так, приглашенной звездой. Очень надеюсь, что формат вам понравится. Поехали! У нас сейчас рыбалка, потому что сейчас середина дня, рейс приезжает поздно, и нам нужно успеть часа за 3 быстренько порыбачить. Поскольку приехали поздно, то все рыбаки уже отрыбачились и едут нам навстречу. А мы вот такие одни вдвоем на рыбалку едем. Вот народ едет со снегоходами. Ты не переживай, нас не должно оторвать. Москва в Владивостоке, ну, если не знаю, ты видел, не видел, у нас бы все бы вот эти машины уже были бы на море. Просто да. Владивостокская школа езды по льду. Это классика. О, народ уже. С мешками. Слушай, вот из-под такси... рыбы бегать. Да, это у нас. Слушай, я первый раз реально слышу, чтобы на море было такси на снегоходах, чтобы тебя везли на рыбалку. Это, конечно, для меня это. Наша местная штучка. Вот и место под парковку. А вот и такси доехало. Блин, огонь. Че, Миша, доехали? Слушай, ну мы пока ехали, мне прям все лицо замело. И я, честно говоря, думаю, куда мы, ты меня завел. И сейчас, пока мы приехали, я, честно, удивился, что столько рыбаков, это просто капец. Прям, ну я первый раз такое вижу. Честно говоря, меня удивляет, как столько людей могло сюда приехать. Сколько мы ехали? Мы ехали, ну, минут 15. 15, капец. И попали в маленький город на льду. Вон там вдалеке народ, вон там вдалеке народ. Просто не видно из-за снежной пелены. Давай. Ну! Первая есть. Да, первая есть. Да. Так, рассказывай. Что как делать? Да просто стряхивать ее с крючка. Ага. Это даже по вашим владивостокским меркам не особенно круто. Теперь нужен зубарь. Так, теперь я. Между первой рыбкой и второй перерывчик небольшой. Слушай, ну все, я думаю. Так. Я поднимаю. Так. Маленькая навашка. Маленькая. Подожди, чтоб обратно не упала. Ох, витрина-то какой, а. Оп. Слушай, ну у меня первый раз так. Я говорю, в жизни. Ну сколько, не знаю, сколько наловил. Ну, нисколько. Наверное, не ловил. Я первый раз вижу, что сколько. 2 минуты прошло? Да, ну, да. Две минуты, две рыбы. 2 минуты, две рыбы. Зубарь. Ну ты скажи хоть тем, кто не знает, чем должен пахнуть зубарь. Ну чем зубарь должен пахнуть? Зубарем. Не, это тебе с Владивостока понятно, что он огурцом пахнет. Ну огурец, да. А допустим, человеку с условного Липецка? Непонятно. Ну да. Так, ну улов, гляжу, уже. Да. Растет, растет. Растет, да. Вечереет мало-помалу. Народ уже уходит со льда. Миша еще держится. Миша, держишься? Держусь. Так, улов у Миши. Навага и зубарь. Зубаря где-то 1/3, наваги где-то 2/3. Не густо, но что-то вот у народа вокруг тоже клево нету. Мы тоже вот ждали-ждали клёво, так и не дождались. Пора уезжать со льда. Все, приехало такси. У тебя очень замерзший. Ну классно. Подъезжаем к берегу. Ты уже, гляжу, освоился в нашем такси. Ножками вот так вот покачать на ходу. Уже на улице ночь. Мы с Мишей такие уже отрыбачившиеся, едем заселяться в гостиницу. Это вот одна из центральных улиц
Южно-Сахалинска, так называемая улица Горького. Он впереди место, бывший детский садик, куда я, будучи маленьким мальчиком, ходил. Вот это место, так называемая площадь Славы. Такие вот красивые улочки, называется переулок Алтайский. Всем, кто с Алтая, привет. Идем заселяться в гостиницу. Миша, у тебя губа не дура. Не знаю, может и голословно, но, по-моему, это лучшая гостиница в городе. О, спасибо, сэр. Вот здесь рестораны и гостиницы рекламируют постное меню. А рыба, она, ребят, всегда постная. Поэтому рыбак всегда в выигрыше. Так, куда нам? 422. Прикольненько так. Мы уже внизу, вот это лобби-бар, а вот это ресторан «Гриль на небе». Он на первом этаже, но почему-то называется «Гриль на небе». А вот я. Немножко шумновато, но это показатель популярности. Здравствуйте. Ой, ой. У меня тут уже натоптанная дорога. Здравствуйте. Натоптанная дорога, я уже сразу иду по прямой. Здравствуйте! Здравствуйте! Доброго! У меня как обычно. Конечно, СССР. Всегда класс. Я знаю, всех обычно интересуют цены, поэтому я вот заказал себе балканский салат. Он стоил 600 рублей. Так. И еще я заказал себе картофельное пюре с трюфельным маслом и овощи-гриль. Ну и у нас будет рыба, которую нам пожарят. Не удивляйтесь, на Сахалине это обычное дело, то есть это заведение, оно при гостинице. Получается, в гостинице всегда живут люди, и очень часто они ездят на рыбалку, потому что большинство этих людей сюда приехало покататься на лыжах. В Южно-Сахалинске, прямо в центре, горнолыжный курорт. Поэтому это совершенно нормально, чтобы вот так вот просто подойти к повару и попросить приготовить пойманную тобой рыбу или краба. Это как бы у нас не является чем-то таким необычным. Это делается постоянно. И если вы сделаете то же самое в любом ресторане, который относится к гостинице, это не вызовет ни у кого удивления нисколько. Вот уже запах пошел. Вот. Ах, чувствуется. Не знаю, как вы, я прям уже... Борушка, да. Конечно, на гриле рыба немножко разваливается, но это не страшно. Мама, что сейчас она пробная? О, это ароматное масло, да? Да, ароматное масло. Отлично. А на вагу я... Вот она такого немножко необычного цвета, я ее сбрызнул немножко, ну я всегда так делаю, соевым соусом и сахаром. Так, лимон. Лимон обязательно, рыбу всегда. Мы уже тут выяснили общих знакомых в Белграде. Да, земляный шарик маленький. Правильно, земля шарик маленький. Да, если бы камера могла передавать запахи. Слушай, ну очень красиво. Прям. Охренеть.
Миша, ты же до сих пор на Сахалин ездил только на лыжах кататься. Короче, я про Сахалин знаю всего лишь одно место. Горный воздух. Я с 14 года приезжал сюда, ну, почти что каждый год. Даже каждый год, два раза в год. И только я был на горном воздухе и в ближайшие рестораны. Все, больше я нигде не был. И, честно говоря, я сегодня был очень удивлен. Прям безумно удивлен. Мне, короче, мне все нравится. Не жалеешь, что заказал рыбалку? Нет. Слушай, холодно было, но круто. Чуть-чуть далеко от масла. Так. Какая прелесть. Чудесно, чудесно. Вон аппетита. Спасибо большое. Спасибо, шеф. Можно мы сами донесем? Конечно. Потом приходите. Конечно, конечно. За навагой я обязательно вернусь. Вот следом навашка. Наваженька. Пытаюсь запах отмахнуть. Да. Надеюсь, ты проголодался. Я очень. Мы целый день не ели. Вы приходите в балканскую, сербскую кухню. Балканскую. Балканская, сербская? Да, нас... Чорба есть? Да, у нас чорба, у нас чевапи, пескалицы. Mm-hmm. Все есть. Настоящий балканский. А ракия? Ракия? Без ракии не считается. Так, я хочу, конечно, зубарь. Потому что... Это ваши владивостокские штучки. Вы ради зубаря? Как? Ну, такого зубаря, ну, действительно нет. Я всегда беру, на Владивостоке продаются два вида зубаря. Либо сахалинские, либо камчатские. Я беру всегда камчатские. И я люблю очень сильно с икрой. Что любишь? С икрой. А, ну с икрой. Поэтому, как бы, ну, зубарь для меня это зубарь. Ясно. Ну, ты понимаешь, что едят руками? Конечно, как бы, я понимаю. Так, давай. Короче, так, слушай, ну и икры полно. Да, сейчас разберем. Ну, что, приступим? Давай. Вот, спасибо большое. Мне, честно говоря, мне все безумно нравится. Тебе спасибо. Я у тебя из тарелки хотел вытащить кусок. Бери. Я себе возьму. Слушай, вкусно. Реально вкусно. Очень вкусно. Теперь навага. Поехали. Так. Я уже ем. Чувствуешь, какая сладкая? Сладкая, потому что свежая. И не главное, не сухая. Короче, повар тоже молодец. Но навагу можно испортить. Я просто вообще... Я люблю рыбу, но бывает, как бы я просто съел сухую навагу. Сухая навага, да. Это испорченная навага, перемороженная. Настоящая навага сочненькая. Миша, я предлагаю тост за чудесного шеф-повара. Шеф-повар... Мало то, что отлично готовит, так еще и очень общительный, милый человек. Ну что, Миша, ты поел? Слушай, ну вкусно, реально вкусно. Я объелся, смотри. Все, по-моему, все и так видно. Прям. Самое главное, сам поймал. Правильно. Ты лучше скажи, как тебе вообще сегодня выезд на рыбалку? Слушай, что понравилось, что не понравилось? Честно говоря, откровенно, я не рыбак. Но я реально удивился. Первое. Я первый раз в жизни вижу такси. Такси, которое тебя везет 3 километра по морю. 3 километра. Вывозит тебя. И
оставляет, и если тебе место не понравится, оно приезжает и может тебя отвезти на другое место. Я удивился, что много женщин рыбачат. Это, ну, женщины-рыбачки, наша фирменная тема. Я в Востоке, я не знаю, как у нас, но я всегда видел, что такое мужчины с рюкзаками, с этими хреначат. Ни одного, кстати, в отличие от Владивостока, нету мужчин с рюкзаками, с этими... саночками. Саночками. Я просто понимаю, почему. Потому что надо по морю идти 3 километра. Да, да. Из-за этого они саночки. И, слушай, ну было холодно, я не знаю, было холодно. Наш фирменный ветер. Слушай, но того оно стоило. Того стоило, поймали, и вкусно, просто все супер, мне прям все нравится, все классно. Страхиня, большое спасибо. Очень вкусно было. Спасибо большое, вкусно. Очень. Будем рады вас. До свидания. Мы еще придем. Вот уже капушечки опустело. Мы что-то уже, не знаю, как ты, я хожу с трудом. Фух. Так, а завтра же еще краб, елки-палки. Так, ты вообще, ты помнишь, куда тебе? Уже раннее утро, я жду Сашу в лобби. И здесь вот такая туристическая достопримечательность Сахалина показывается. Это так называемый ведьминый чертов мост. Всем, кто будет на Сахалине, рекомендую посетить. А вот сейчас показывают мыс Птичий, также известный как мыс Великан. Тоже очень рекомендую посетить всем, кто будет на Сахалине. Там красиво. Вот тут вчера был гриль и дым коромыслом, а сейчас йогурты и кашки. Как все быстро меняется. Так, я, пожалуй, чаю. Я бы не сказал, что я любитель какого-то плотного завтрака, но день предстоит тяжелый, поэтому лучше подкрепиться как следует. Это кукурузная каша на молоке. Немного фруктов сверху не повредит. И, пожалуй, вишенки. Не знаю, как вам, но мне отчетливо видна разница во вкусах. Какой разный завтрак у двух людей. Прям вот ни в одной точке не совпал. И тут прикольно, что на сливках пишут животных, которые в Красной книге России. Вот эта утка-мандаринка, она на Сахалине есть. А вот это амурский тигр. Он к нам на Сахалин не забредает, но по соседству в Хабаровском крае имеется. Как видите, Миша уже все съел, взял себе дополнительных пирожных и сока. А я себе взял вторую кашу и снова пирожных. Ну вот знаете, вот как будто есть предчувствие, что на льду будет тяжковато. Поэтому стремимся сразу набить живот, чтобы на весь день хватило. Вот тут с утра кипит жизнь. Видите, вот какие большие группы рыбаков выезжают с гостиницы. Вот я стою, вот. Судя по колоннам, еще на крыльце. Жду Мишу. А народ уже вот кучкуется. И вот все эти люди приедут вечером с рыбалки. И все в ресторане потребуют приготовить улов. Поэтому тоже не стесняйтесь это делать. Это какое-то, ребят, знаете, безумие. Это... Мы до места, да мы до моря не доехали еще, ну не соврать, километров 5. А уже вот такая вот пробка. Для сахалинцев, ну, чтобы было понятно, вон там вот мост через реку Растрепа. Вон там дальше следующий мост через Подорожку и Тунайча. То есть мы еще до Тунайчи не доехали, а уже встали в пробку. Фух. Может, конечно, там ДТП, не знаю, но у меня почему-то такое ощущение, что это все из-за большого количества рыбаков.
Ехали мы в пробке минут 40. За 40 минут проехали километра 4. Вот, ну, сахалинцы знают, это вот поворот на Лесное. Тут огромное количество ГАИ, которые просто перекрыли дорогу. В пробке новости разносятся быстро, тут лыжный марафон. Какая радость! То есть, вот то, что мы сейчас тут стояли 40 минут, это лыжный марафон. Поэтому я участникам лыжного марафона передаю привет и желание, чтобы они боролись до конца. А организаторам марафона я бы хотел попытаться описать ажиотаж словами, но вы сейчас это видите своими глазами. Это вот дорога, дорога до поселка Охотская. Да, да. И вот уже Миша уже увидел масштабы. Сахалинцы рыбачат, скажем так, с размахом. То есть вон туда вот сколько видно дороги, вдоль обочины припаркованы машины, большая часть из них со снегоходами, и все едут вон туда, в море, где клюет рыба. Поэтому что мы делать будем сейчас, как парковаться, я пока даже не знаю. Посмотрим сейчас. Но... Миш, вообще, ну, масштабы впечатляют. Я, честно говоря, в шоке, ну, столько, да. И причем у каждого снегоход, просто раз, вот смотришь, через одну машину снегоход. Ну, это, возможно, во Владивостоке на снегоходе особенно никуда слушай, не поедешь. У нас вообще нету снегоходов. Вообще, ну, просто, ну, знаешь, там где-нибудь там на северах минимально, ну, столько я просто. Да, марафоны марафонами лыжными, а у людей тут свои марафоны. Вот видите, как машины с обеих сторон дороги стоят даже вот на таком вот, ну, довольно неприятном подъеме. И у людей вот тут марафон с саночками. Все из-за того, что кто-то не умеет организовывать такие мероприятия и перекрывает сразу огромные участки дорог. Фух. Люди просто не кончаются. Идут и идут нескончаемым потоком. Рядом с нами. А ты думал, будет легко? Не, не будет легко. Рядом с нами на льду пара тысяч. Вот их вот отсюда не видно, вон там вот темная полоса. Пара тысяч жертв марафона. Ну и вот мы тут скромненько с краю. Я даже не знаю, как вам передать. Ни с чем не сравнимое удовольствие, когда пилишь лед не ты, а кто-то еще. А ты так стоишь сбоку и говоришь, вот чуть-чуть правее, надо немножко закруглить. Да ладно, ладно, все, иду пилить. Погода у нас все лучше, а вот наше с Мишей настроение не очень. Вот у нас только что крабище обглодал наживку, вот здесь было две рыбки. От одной остался только хвостик. Ну и, Миша, расскажи. Слушай, ну, что хочу сказать, Борь, ну, обидно, капец, ну, уже подходил прям. Подходил, ну, прям такой вот, прям хороший краб. Прям, и прям, ну, сколько там, метра два оставалось и ушел. Реально, сколько? 2 часа прождали. Он сделал просто вот так вот. Пам! Клешня, хопа, и он поплыл. Но мы не теряем надежды. Да, мы не теряем надежды, сейчас вот ловушки будем перестанавливать. Искать места лучше. Вот так нас обманывает краб. Это какой уже у нас? Третий, четвертый, да? Третий, по-моему. Хотя, да, может, четвертый. Нас, короче, крабы сегодня дурят. Скажи мне, Миш, ты думал, что крабалка это просто или тяжело? Я думал, мы наловим-то. Наловим. Я, честно говоря, тоже надеялся, что мы наловим. Но пока нас крабы люто обманывают. Либо сходы, либо просто холостые поклевки. Давай, кидай ее обратно. Может снова... Подожди, нет. Надо перевязать. Вот так вот ходим. Мы с Тамарой ходим парой. С Тамарой санитарой. Вот лунка уже заранее пропилена, потому что тут была сработка. Так вот тянем, проверяем.
Что, вперед за следующий? Следующую я проверяю. Те, кто думает, что крабалка это легко и просто, это, ну, они как минимум заблуждаются. Крабалка, вот видите, вот какая тропа тут натоптана. До нас ее тут не было. Это все вот мы раз за разом ходили, обходили все ловушки, проверяли их. Натоптали тропинку. Все вот это пилили, это были холостые сработки во многом. То есть кто-то тянет, а кто непонятно. Чтобы узнать, нужно пропилить. А тянет, допустим, зацеп за капусту. Так, ну сейчас такое, если это зацеп за капусту. Хороший зацеп. Так. А, не, все. Отпустил. Видать, все-таки капуста. Уже вечер на дворе, а краб продолжает нас вот так вот динамить. Рвет нам рыбу, спутывает леску и сходит раз за разом. Где мы так нагрешили? Миша, ты... Я не грешил. Я тоже не грешил. Мы даже постились вчера. Мы ели постные блюда. Салаты из овощей и рыбу. Чё ж такое? На манеже все те же. Краб держал сейчас намертво. Только от дна оторвали. Сначала вот вес чувствовался краба, а потом где-то вот метра полтора его над дном подняли, и он бросил наживку. Вот как излохматил. Точно нагрешили, Миш, где-то. Нет, ты. Жалко. Мы уже на берегу. Это не моя машина, это машина моего друга Толи. И мы тут решили засунуть носик к нему в рыбу. Сам Толя шуршит рядом, но он сказал... Хапнуть решил. Но он сказал, что он не фотогеничен. О, как хапнул человек. Полный мешок отборного зубаря. Смотрите, какая у Толи шикарная зюзьга. Из нехромовой проволоки. Бамбуковая ручка. Ручная работа. Огонь. Про титановый бур даже говорить не стану. Мы сейчас у него... Наберем зубарика и им поужинаем. Вот мы уже в городе, уставшие и немного грустные. Вон там вот Сахалинский зоопарк. Кстати, Миша, рекомендую посетить когда-нибудь. Вот тут вот прямо за заборчиком городской парк культуры и отдыха имени Гагарина. Очень красивое место. Ну, а это место ты знаешь. Ох, кушать охота. Да, тоже хочу. Решили с Мишей сменить локацию. Это ресторан «Бамбу» на самом верху, на 10 этаже. Тут, ну, больше японская кухня, соответственно, морепродукты. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, есть тут кто? Саша, привет. Здравствуйте. Нам, как обычно, темпура. Спасибо. О! Вот такая тварь у нас сегодня примерно и сорвалась. Ну, не знаю, понимает ли он всю глубину нашего падения. Ну, что поделать. Миша, по-моему, вот это нам знак, что я должен его купить, чтобы мы его съели. Как бы и я перед тобой немножечко извинюсь. Но он просто вот сейчас, вот он, смотри, он манит. Он смотрит. Почему он не манил сегодня на рыбалке? Когда так не лез к нам. Он просто выпиет. Да. А то, что на рыбалке он к нам вот так, вот он выпрыгивает. Прям выпрыгивает. Эх, черт меня дери. Вот мы уже листаем меню. Меню скорее для формы листаем, потому что мы все-таки будем кушать зубаря. И надо к зубарю заказать чего-то оттеняющего зубаря. Я закажу себе салат дайкон. Это из редьки. Там почти кроме редьки-то ничего и нет.
Цена 350 рублей. Так, и где я его видел, еще закажу. Вот он. И закажу себе мисо-суп. Это суп из пасты из соевых бобов. 350 рублей. То есть вот такие вот тут цены. А краб, мы уже узнали, обойдется около 8000 рублей. Он почти 3 килограмма весит. То есть не дешево. Но что поделать. Сказал, держи слово. А нам повезло еще, что краб оказался маленьким. Обычно они тут килограмм по 5. И ты посмотри, какой вид. Вон там вот видно замерзшее озеро, парка культуры и отдыха. И вот все вот эта темная полоса с освещением среди деревьев, это вот именно есть парк культуры и отдыха имени Гагарина. Вон там вот блестящая штучка вдалеке, это телевизионная вышка. И вот там вот просто дома. Вон очень хорошо видна подсвечена белая такая церковь. Это главный храм православный Южно-Сахалинска. На площади Победы стоит. Вон он издалека очень хорошо виден и подсвечен. Ну и вот как бы тут виден город. Это очень хорошая точка посмотреть на город с высоты. Потому что сама гостиница находится несколько выше города на возвышенности. И отсюда все хорошо видно. Я думаю, летом классно. Летом? Летом красиво, наверное, прям красотища. Ну, здесь у нас мнения разделяются. Моя жена считает, что зимой у нас гораздо лучше. А мне, я тебя поддерживаю, мне очень нравится летом. Достали из бассейна нашего крабика. Здесь краба варят не в воде, а в пароконвектомате. На пару. На пару. Офигенно. То есть, я так понимаю, подается пар раскаленный на этого краба, и он очень быстро там варится, да? Да, вот при 100 градусах 26 минут. То есть, пару минут на прогрев, 20 минут он... А, нет, получается все-таки долго, но при этом как-то без участия воды. Да. Все, я понял. Интересно, я первый раз с этим сталкиваюсь. Да. Будет сравнение. Заодно сравним, очень интересно. Дождались мы. Вот принесли нашего зубарика. Это зубарь темпура. Ну, согласитесь, выглядит уже просто огненно. Я уже есть хочу. Так, он горячий пока. Так, ну-ка. Сейчас надо макнуть в соус немножко. Так. Миша, он божественный. Он просто божественный. Он как будто, знаешь, это как будто пух. Он пушистый-пушистый. Черт. Свежий зубарь. Воздушнейший зубарь. Огромное спасибо. Тут, кстати, да. Тут реклама корюшки на гриле. 420 рублей за порцию. А у нас вот такая вот. У нас темпура, наша круче. Миша, как вообще твои впечатления дня? Слушай, я честно скажу. Да-да-да, вот я вот попрошу не кривить душой. Да, честно, мне как обывателю не хватило. Ну вот мне не хватило того, что я, знаешь, думал, мы сейчас с тобой приедем и наловим два, сколько ведра, два мешка крабов. Я просто представлял, что это выглядит всегда так, потому что в Владивостоке смотрят, какие-то мне друзья приезжают, там столько крабов наловили, я думал, сейчас у меня будет то же самое. Вот. А мы провели целый день и не поймали ни одного краба. Но я, на самом деле, не понимал, как бы, всю вот эту процедуру, как это все происходит, как это все сложно, как бы, что, типа, надо пробуриться, поднять, сделать вот эту лунку дополнительно, это реально сложно еще, что краб цепляется, и ты его за счет его жадности, что он держит добычу, ты его поднимаешь. Для меня, честно говоря, это было открытие, и как бы я понимаю, что это реально сложно. Но, короче, мне осталось прям спортивная, знаешь, жадность, я не знаю, отказалось, как бы, чтобы все-таки приехать и поймать этого краба. Показать крабу, кто тут главный. Да. Слушай, ну, в общем, как бы я понимаю, почему люди сюда приезжают, как бы я посмотрел вот первый раз в жизни, я посмотрел вот эту, как можно сказать, рыбацкую культуру или вот
как правильно, не знаю, как правильно сказать, что все меня это удивило, что типа, да, действительно, это круто, что женщины сами ловят, столько людей. Первый раз увидел, что столько людей просто ехало на рыбалку, стояли в очереди. Я бы, честно говоря, в Владивостоке бы в жизни, ну, такое бы, я не приехал бы никогда. Но когда я вчера увидел, сколько людей ловят, в каком объеме, я понимаю, почему они приезжают. И мне кажется, это прям, ну, прям круто. Прям. На Сахалине рыбак не маргинал. На Сахалине и не субкультура. Рыбак на Сахалине – культура. И ты заметил, сколько женщин? Да, женщин безумно много, потому что они отдельно. Сколько мы с тобой сегодня стояли? 7 часов, и параллельно стояли. Женщины тоже ловили краба. Рядом с нами была компания чисто из женщин. Они ловили краба. И мимо проходили женщины-рыбачки вот своими компаниями, без мужчин, то есть сами просто своими компаниями. Так что вот Владивостоку мотать на ус. Да, но я жалею, что получилось так, что билет у тебя последний день, и пока, ну, всего было всего полтора дня, и это реально мало. Надо приезжать больше, планировать заранее. Планировать заранее, заранее, да, брать больше дней, и тогда все обязательно с терпением прикупится. Так, ну ладно, я тебе держу. Запей пивом эту прекрасную штуку. Так, 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 подожди. Чокнуться, 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 чокнуться. Я уже начал. Волшебный вкус курюшки. Просто тает во рту. Для темпура все косточки удаляются, а те, что остаются, прожариваются маслом и не замечаются. Мы вот сейчас просто едим, она вот пушистая. Кстати, зубарь, если посмотреть. Да-да-да, я видел. Но это уже обычный жареный зубарь, как бы это же не темпура, а мы-то уже... Не обычный, а от твоего друга. Да, от Толи. Большое Толи, спасибо. Да. А вот еще принесли корюшку в классическом японском виде. Это ее просто распластали и подпалили на гриле. Это не гриль такой на огне, как вот вы видели вчера, классический, а это японский, который сверху огнем каким-то палит. А мы еще темпура не съели. Ну, темпура, конечно, это высший пилотаж. Дошло дело до печеного зубаря? Да, вот. Так, ну-ка, тушку мне. Как видите, просто вот рыбу распластали, вынув ей. А нет, нет, позвоночник оставили, просто распластали. Я так тоже регулярно готовлю. И просто запекли его вот такого вот распластанного на гриле. Так, ну-ка. Миша, можно в твой соус его макнуть? Слушай, я первый раз тоже вижу, что зубарь делали так. Я так иногда его жарю. Ммм, слушай, вкуснятинка. Неожиданный вкус. Вот прям... Как-то внезапно. Нет классического вкуса гриля. Он какой-то такой, знаешь, даже еще немножко подвяленный, что ли. Вообще прикольно получилось. Как-то тут прям необычно. Нет, необычно. Знаете, мы уже тут с Мишей сказали, горшочек не вари. Нам принесли еще и корюшку в терияки. Я просто забыл, что раньше я всегда еще и в терияки ее просил. Я думаю... Нам на нее особо и не хватит, учитывая, что сейчас подъедет краб, а мы уже корюшкой наелись. Поэтому мы так аккуратненько цапнем. До терияки, как мы понимаете, тоже уже добрались. Мы жалеем, потому что впереди краб, но мы ничего не могли с собой поделать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что вы с нами делаете? Ай-яй-яй-яй. Да это, я думаю, это большое вам спасибо. Это, думаю, мы с собой сами учинили и сотворили. Так, ну, ой. Ну, вот это вот по-японски так называемая канемиса. Здесь, конечно, в камчатском крабе печень невкусная, плохого качества, поэтому ее видно. Ее тут оставили совсем чуть-чуть. Скорее всего, разбавили сливочным маслом, поэтому печени тут, скорее всего, это и нет совсем. И в основном это внутренняя часть панциря, такой белок, как в яичнице. И вот зеленым лучком. Ну и мясо краба. Да уж. Ты пиво все допил? Слушай, я допил пиво. Я, честно говоря, первый раз вижу подачу краба таким способом. Я вижу не впервой, но как бы
я не ожидал, что после крабалки мы будем есть покупного краба. Я еще раз извиняюсь. Мне как бы, ну, достаточно неловко. Я вот на камеру скажу, что я все-таки, ну, профессионально этим занимаюсь. И да, мне тоже бывает неловко, когда мои гости что-то не ловят. Бывает такое, что мои гости что-то не ловят, но, к счастью, не всегда. Поэтому я надеюсь, сумел извиниться. Ты извини, конечно, но жопку я съем сам. Пушка. Вообще пушка. Еще острый соусец. Ну-ка. Ой-ой-ой. И не острый соусец. Вот этот лучший. Какой-то кисленький типа бульдога. Просто, просто бомба. Палочкой, но я... Палочка не для нас. Пальцами. Ты старый владивостокец. Не вздумай есть. Слушай, какими-то приборами. Мы ножницами пользуемся. Не, мы тоже. Но он же тут уже вскрыт. Да, я про то, что вот обязательно этот соусец кисленький. Если ты скажешь, что это плохо, нет, я тебя отсюда как бы живым не выпущу. А корешку мы так и не съели. И, скорее всего, не съедим. Но как-то угрызение совести, вот не знаю, может, у тебя есть, у меня нет. Вкусно. Да уж. Вот Миша первым делом съел фаланги, а я все-таки сахалинец, поэтому я первым делом съел сначала задницу краба, извиняюсь, а потом ем так называемую розу. Роза – это то, откуда у него растут ноги, вот это место. Расскажи, почему задница и роза? Ну вот привычка такая. Ну, я бы не сказал, что они прям люто вкуснее всего остального. Ну вот как там, какой соус, господи. Он просто украшает краба, вот тот кисленький соус. Они как бы такие же на вкус, как, в принципе, как все мясо. Но просто вот как-то они мне милее. Разве что еще задница, она, там мясо не такое рыхлое. Там мясо максимально плотное. Ну вот вы отчетливо видите, сколько краба могут съесть два взрослых человека. Ну мы до этого навернули зубаря. И вот мы кое-как вдвоем осилили половинку краба. Это очень сытная еда. Вот такой вот крабик. Жалко, не нами пойманный. Тебе я вижу уже и не жалко. Жалко, конечно, но очень вкусно. Саша позвонил, сказал, что он уже завтракает. Доброе утро. Что-то как-то скромно, Саш, сегодня. Слушай, у меня такое ощущение, что я с легкого похмелья. Ну, ты выглядишь действительно как с легкого похмелья. Это обычное дело для человека, который был весь день на море. Вот я сейчас покажу свое лицо. Вот так вот выгляжу я. У меня красные глаза и опухшее лицо. Это нормально для людей, которые весь день провели на море. То есть такое, скажем так, кислородное похмелье. Хотя я вчера не пил вообще ни грамма. Так что, так, я тут тебе принес кое-чего. Она немножко недосохла, поэтому тебе нужно будет положить ее в холодильник и в холодильнике на полке, на салфетке досушить. Спасибо огромное. Пока-пока, Миша. Вот наш старенький аэропорт. А вот рядом строят новенький аэропорт. 1000 лет строят, все никак не достроят.